Ребята, всем привет! Вы на канале Бабушка Шошо Игры. Скорее подписывайтесь, ведь мы сейчас начнем продолжение игры Улитка Боб. Итак, у нас 11 уровень в лесной истории. И смотрите, опять вот это вот. В прошлый раз я сказала, что это королева мышь. Но вы мне написали в комментариях, что это злобный хомяк. Ну ладно, давайте называть его злобным хомяком. Итак, смотрите, он у нас отбирает денежки. Целый мешок денег хочет забрать. Вот это да, оп. Но этому хомяку злобному на голову свалился желудь. Сейчас мы освободим улитку Робин Гуда из клетки. Так, сейчас подожди, улиточка, мы нажмем кнопочку. Так, о, улиточка Робин Гуд свободен. Смотрите, он отобрал деньги у этого злобного хомяка. Ух ты, ничего себе, какая машина у Робин Гуда, вот это да. Может быть, он не раздает эти деньги потом бедным, может быть, он сам их тратит. Ха-ха, вот это вот Робин Гуд. Итак, у нас 12 уровень, что здесь? О, здесь опасные крабы в земле, смотрите, в ямках сидят крабы. Нужно вот так вот пальчиком на них нажать, и они прячутся в песочке. Так, улиточка, улиточка, смотрите, если он пойдет по крабам, то они его хоп-хоп-хоп покусают и утащат в ямку. О, и шапочку его забрал краб, вот это да. Ребята, кстати, хочу вам рассказать один интересный факт о крабах. Если краб потеряет свою конечность, ну мало ли, подерется с другим крабом, и он оторвет ему одну лапку, то ничего страшного не случится, потому что вскоре она отрастет заново. Представляете, как здорово? Так вот сломал ножку-ручку, хоп, она у тебя заново выросла. Здорово быть крабиком. Так, а здесь у нас вот этот вот лягушка-монстр. Кстати, ребята, пожалуйста, напишите в комментариях, кто это такой зеленый страшненький. Может быть, он тоже как-то называется, а я его тут обзываю лягушка-монстром. Так-так-так, все, улиточка, улиточка, убегай. Хе-хе. 12 уровень, 3 звезды, и нашли еще один пазлик. Все хорошо складывается у улитки Боба. Итак, ребятки, что нас ждет в 13 уровне? Опять здесь крабики, но мы уже знаем, как их проходить. Сейчас вот нажмем пальчиком на них, они там закопаются. И знаете, еще один интересный факт расскажу. У крабов есть зубы. Ну знаете они где? Зубы у крабов в желудке, да-да. Вот так вот пища туда попадает, и они там ее хоп-хоп-хоп жуют. Так, а здесь у нас вот эти мыльные пузыри. Сейчас улиточка у нас наступит на пузырек, поднимется, а дальше что нам делать? А дальше мы будем использовать вот этот вот крутящийся цветочек. Так, все, понеслась. Так, хоп. А, я забыла подставить цветочек. Так-так-так, сейчас, держись, вот. Все. Ай-яй-яй-яй-яй. А, ну правильно, так и надо было. Я думала, что я на цветочке проеду, но на цветочке бы я не проехала, потому что, видите, дерево. Какой улитка умненький, сразу спрыгнул с цветочка, а то я бы его повезла. И стукнула бы об дерево. Ой. Так, у нас 14 уровень. В этой серии мы с вами пройдем 20 уровней. Вернее, дойдем до 20 уровня. Надеюсь, что мы сможем это сделать, потому что уровни все сложнее и сложнее. Смотрите, здесь вот есть такие вот камешки, которые можно двигать вниз, влево, вправо. Так, сейчас соберем звезды. Так, еще третья звездочка где-то должна быть. Эти камешки мне напоминают игру пятнашки. Кто-нибудь из вас играл в игру пятнашки? Помните, там тоже нужно было вот так вот перемещать всякие квадратики с номерами, и чтобы составить их в правильном порядке. Иногда у меня получалось, иногда не очень. Так, здесь нам нужно нажать на кнопочку, чтобы пропустить улиточку. Так, а здесь что нам нужно? Вернуть вот этот вот камешек сюда и сделать такой мостик. Мы должны сделать мостик. Вот, кстати, третья звездочка нашлась. Так, сейчас, улиточка, подожди. Оп. Проходите, пожалуйста, мистер Боб. Сейчас мы нажмем на кнопочку, вы взлетите и... Ой. Так, вы взлетите и мостик. Конечно, нужно было сразу вернуть мостик. Все, ура, ура, мы прошли этот уровень. Такой паучок там болтается внизу. Ну, хорошо, что он нам не страшен. И не пугает нас. Хотя в жизни я очень-очень сильно боюсь пауков. Когда я вижу паука, я прям... спасите, помогите. Все приходят и смеются, говорят, бабушка, ну это же такой маленький паучок. Ой, не знаю, не знаю. О, летучая мышь. Вот это да. И опять злобный хомяк. Смотрите, он охраняет свое золото и льет лаву. Хо-хо. Он, наверное, поиграл в игру «Пол — это лава», захватил там лавы в свой кувшинчик. И теперь льет ее тут. Но у нас есть вот такой вот мостик, который спасет нас от вот этого. Что это за розовое чудовище такое висит сверху? Это не летучая мышь. О, ребята, совсем не знаю, кто это. Если вы знаете, напишите в комментариях, кто это, кто это. Какой-то, какая-то зубатка. Ой-ой-ой, так, сейчас нам нужно пройти сквозь лаву. Ну, еще одну звезду найти. Звезда, звезда, где ты? Вы видите ее, ребята? Я не вижу.
Надеюсь, она найдется. Сейчас вот поставим вот этот вот мостик, чтобы наш улиточка не сварился в этой лаве. А, видели, видели? Звезда была в золотом сундуке. Так, все, мы прошли. Пока-пока, злобный хомяк. Так, три звезды. Пока что мы проходим все без потерь. Так, что у нас здесь? О, птички, птички. И, ой, краб, главное не наступить на него. Одна звезда есть, две звезды есть. Ну, а третья наверняка где-то прячется. Вот, в птичках была. Птички, птички, наш улиточка вас кормил, поэтому вы должны ему помогать. Так, сейчас вот с этим пятнашком вот так вот сделаем. Проходите, мистер Боб. Проходите, мистер Боб. Кстати, ребята, вы заметили? Надеюсь, что вы заметили. Я же обещала вам в прошлом видео, что если будет много лайков, то я примерю шапочку улитки Боба. Вот, в общем-то, я в ней. Мне идет такая шапочка или не очень? Друзья, напишите в комментариях ваше мнение. Если шапочка идет, напишите: бабушка Шушу, в шапочке тебе хорошо. А если считаете, что шапочка не очень, то напишите: бабушка Шушу, ты красавица и так, без шапки. Вот такая скромная я бабушка. Так, улитка Боб продолжает свое путешествие. Мы собираем звезды, осталась одна. О, вот эти вот, ой, пауки-пауки. Так, смотрите, сейчас мы какой-то там вонючку у них какую-то там пульнули. Пшикнули. Сейчас у дракончика главное убрать. Улитка, разворачиватель включить. Так, разворачивайся, улиточка. Так, я сейчас еще посмотрю, что у нас тут такого опасного. Ну, вот этого, о, звездочка нашлась. Вот этого дракончика мы знаем, как преодолеть. Так, оп, по носу ему стукнули, он заплакал и убежал. Все, ну паук тут, конечно, огромнейший, просто огромнейший. То летучие мыши, то пауки. О, спасите, помогите, бедная улиточка. Хорошо, что мы ему помогаем и поддерживаем, а то ему одному было бы очень-очень страшненько. Итак, друзья, 18 уровень, и у нас тут опять злобный хомяк, который любит золото. Эх, вот забрать у него все это золото и сделать золотую кнопочку для бабушки Шушу. Кто за, ребята? Схватил мешок с золотом. Так, как бы нам освободить выход. Смотрите, вот этот хомяк удерживает кнопку. Эта кнопочка нам очень нужна. Как мы до нее доберемся? Так, Робин Гуд, вон там тоже заблокирован, как бы нам его выпустить, сейчас на кнопочку нажмем. О, все, сейчас Робин Гуд нам поможет, смотрите, мне так нравится, когда он берет свой лук и целится. Сейчас хомяк будет убегать, беги, беги, вы видели, он выпустил в него стрелу. Стрела попала прямо в одно мягкое место хомяку, и он сбежал. Так, наверное, больше хомяк к нам не придет. Обидится. И 19 уровень у нас. О, мурашек. Муравей-мурашек. Он нам всегда помогает. Сейчас он будет нажимать нам на кнопочки. Давай, мурашек, работай. Хоп-хоп-хоп, проходим. А здесь что у нас? Так, пазлик нашли. Интересно, кстати, интересно, какая же картинка получится из этих пазлов. О, прям жду не дождусь уже увидеть, когда мы все пазлы найдем и соберем. Вот звезда, вижу. Все, мы все собрали, теперь нужно выходить. Мурашек. Так, что нам нужно сделать? Я думаю, что нам нужно нажать на вот эту кнопочку, она поднимет улей. Да, логика работает. Подогнать вот этот цветочек летающий. Так, мурашек, опускай, пожалуйста, вот эту вот стремяночку. Опускай. Улиточка на нее забирается. И мурашек, жми на другую. Хо-хо, молодец, мурашечек. Работунчик наш. Так, помогает улиточке. Ну да, улиточка же тоже ему помог. Он вытащил его из клетки. Раз, два, три. И еще один пазлик. Ой, на этом пазле я вижу кто-то там с глазами. Хо-хо, что же это будет такое? Что-то розовенькое с глазами. Кстати, вот, смотрите, нам еще три пазла. О, это что, гнездо? Хо-хо, смотрите, улитка Боб с червяком во рту. А, я думаю, что вот эта вот птица принесла его в свое гнездо. Усыновила. Такой, adopt me, усынови меня. И накормила червячком. Да, улиточка Боб, ты побывал или побываешь, посмотрим, в гнезде птицы и будешь птенцом. Так, звезды. Главное не забыть про звезды. Где еще одна звезда? Ребята, не вижу ничего. Надеюсь, она найдется. Что, это было так просто, что ли? А, вот это вот кто? Это вот эта вот розовая кусатка какая-то. Розовая кусатка. Как ее пройти, розовую кусатку? Ой-ой-ой, что-то у меня нет никаких идей. Так, что это за рычаг? Тут я упаду. О, звезда нашлась. Давайте нажмем на рычаг. О, бомбы! Нам что, нужно подставить бомбу этой кусатке? Давайте поставим, давайте. Надеюсь, что она никак не повредит Бобу. Так, и хоп, съела. Съела и высохла. Вот так вот охотится на нас. Не надо.
Ребята, мы с вами большие молодцы, потому что мы помогли улитке добраться до 21 уровня. Если вы любите эту игру, то ставьте лайки и ждите следующую серию. А чтобы не пропустить ее, конечно, подпишитесь на мой канал. Ну а пока смотрите вот эти игры. Просто нажми на картинку. Подпишись, поставь лайк, нажми на картинку. Подпишись, поставь лайк, нажми на картинку.